Правительство должно обратиться, она обязана обратиться в Конституционный суд и потребовать от него, чтобы этот протокол был предъявлен как вне соответствия с Конституцией. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, правительство должно сделать все возможное через дипломатические пути, чтобы устранить тот пункт, который, а именно шестой пункт из данного протокола, который предусматривает юрисдикцию над данной территорией в пользу Украины. Раду Бушилы не исключают, что этот протокол к договору может быть признан несоответствующим Европейской конвенции по правам человека и аннулирован. Как известно, группа жителей Паланки обратилась в Европейский суд по правам человека с исковым заявлением. Тогда украинская сторона, но и власти Республики Молдова должны будут компенсировать все потери и затраты, включительно моральные жителей этого села, и предоставить ей свободное передвижение на их собственные участки. Участок автодороги Одесса-Рени вблизи молдавского населенного пункта Паланка протяженностью 7,7 километров был передан в эксплуатацию под юрисдикцию Украины согласно дополнительному протоколу к договору между Украиной и Молдовой о государственной границе, подписанной 18 августа 1999 года. Украина, однако, настаивает на передаче ей и территории под автодорогой, несмотря на то, что в соглашении указано, что переданный участок является собственностью Украины на территории Республики Молдова.